Мирзалыкбекский район нашей столицы. Время около 1:30 дня. Женщина, возвращаясь домой с рынка, стала жертвой грабителей. Один из двух неизвестных, подошедших к женщине перед многоэтажным домом, внезапно сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Мы встретились с другом у бара на Рисовом. Выпили. Потом решили прогуляться по городу. Добрались до бус-базара. Там тоже выпили. Затем вышли оттуда и увидели женщину. На шее у нее была золотая цепочка. Я сорвал ее и убежал. Потом отдали эту цепочку одному парню. Он продал ее на Алайском базаре и дал мне 3 200 000 сумов. После мы снова пошли в бар. Выпили, поели. Оставшиеся деньги потратил на собственные нужды. В ходе специального мероприятия, проведенного сотрудниками оперативно-розыскной службы, подозреваемые в грабеже были установлены и задержаны по горячим следам. Последствия употребления алкоголя чаще всего печальные. В тот день подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, они оба ранее отбывали срок за свои предыдущие преступления, но они так и не сделали соответствующих выводов. Я был ранее судим 4 раза за кражу, грабеж и хулиганство. В тот день я был пьян и теперь сожалею о содеянном. Я поступил неправильно. По данному факту в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается. В свою очередь напоминаем, лицам, совершившим данный вид преступления, согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.